Приветствую всех собравшихся у радиоприемников. В эфире «Модель для сборки». Сегодня в программе рассказы мексиканского писателя Хуана Хосе «Ореолы». Рекламное объявление. Всюду, где присутствие женщины затруднительно, неудобно или вредно, будь то альков холостяка или концентрационный лагерь, настоятельно рекомендуем использовать пластисекс. Командиры как в армии, так и на флоте, а иногда и директора исправительных и учебных заведений открывают своим подопечным широкий доступ к этим привлекательным и гигиеничным созданиям. Теперь мы обращаемся конкретно к вам, и неважно, везет вам в любви или нет. Мы предлагаем женщину, о которой вы мечтали всю жизнь. Она управляется посредством автоматического пульта и сделана из синтетических материалов, которые воспроизводят по желанию самые явные или самые тайные особенности женской красоты. В продаже имеются высокая и стройная, маленькая и полная, светлая или смуглая, рыжая или блондинка. Предлагаем к вашим услугам целую армию визажистов, мастеров пластики и дизайна, живописи и рисунка. Умелых лепщиков и формовщиков, специалистов в области кибернетики и электроники, которые могут оживить для вас мумию времен 18-й династии или вытащить из ванной самую яркую кинозвезду, всю в сверкающих каплях ароматизированной воды. Мы можем прислать вам готовые образцы всех красавиц прошлого и настоящего, а также принимаем заявки на изготовление специальных моделей. Если чар мадам Рекамье недостаточно, чтобы забыть ту, что вас бросило, пришлите нам фотографии, документы, параметры, предметы туалета и восторженное описание. Вы будете управлять ею с помощью пульта, пользоваться которым так же легко, как переключать кнопки телевизора. Если вы располагаете достаточными средствами, ее глаза могут быть из изумрудов, бирюзы или черного янтаря, губы из кораллов или рубинов, зубы из жемчуга и так далее и тому подобное. Наши дамы совершенно не деформируются и не мнутся, сохраняют свежесть лица и красоту линий, говорят «да» на всех языках мира, живых и мертвых, поют и танцуют все, что пожелаете из модного репертуара. Лицо делается по оригиналу, но можно изменять его с помощью соответствующих косметических средств. Рот, носовые полости, внутренняя поверхность век и другие слизистые оболочки сделаны из мягчайшей губки, насыщенной питательными и стимулирующими веществами различной консистенции, выделенными из морских водорослей и лекарственных трав, с прекрасно регулируемой степенью возбудимости и витаминизации. «Мед и молоко под языком твоим», сказано в «Песне песней». Вы можете превзойти в наслаждении царя Соломона. Смешайте козье молоко с пчелиным медом. Залейте смесь в черепной резервуар вашей пластисекс. Добавьте по вкусу красного вина или бенедиктина, и вы почувствуете, как райские реки потекут в рот при долгом питательном поцелуе. Использование молочных желез в качестве сосуда для вина нами уже запатентовано. Наши Венеры имеют гарантию на 10 лет безупречной службы, приблизительный срок годности любой супруги, за исключением случаев садистского обращения. Их вес, как и у всех женщин из плоти и крови, точно определяется и в 90% соответствует весу воды, которая циркулирует в мельчайших пузырьках по их губчатому телу, оснащенному венозной системой электрического подогрева. Так достигается ощущение игры мускулов под кожей и гидростатический баланс мягких тканей при движении. Когда термостат регистрирует сильное повышение температуры, на поверхности кожи выступает солоноватый пот. Вода выполняет не только физические функции обеспечения пластичности, но и, собственно, физиологические и гигиенические. Выход воды наружу гарантирует быструю и полную очистку пластисекс. Каркас из магния, не ломающийся даже при самых страстных объятиях и спроектированный по образцу человеческого скелета, обеспечивает любые позы и движения пластисекс. Немного потренировавшись, можно танцевать, делать гимнастические или акробатические упражнения, драться и вызывать в ее организме более или менее энергичные реакции. Будучи послушными, пластисекс, тем не менее, обладают большой мощностью, так как снабжены электрическим двигателем в пол лошадиной силы. Что касается волос на голове и прочего волосяного покрова, мы производим ацетатную нить, имеющую характеристики женского волоса и даже превосходящего последней по своей красоте, текстуре и эластичности. Вы привыкли получать удовольствие от обоняния? Настройте шкалу запаха. От легкого аромата подмышек, созданного на основе экстракта сандала и мускуса, до самых крепких испарений загорелой и спортивной женщины. Выбирайте обычная масляная кислота или самые тонкие продукты современной парфюмерии. Нюхайте по своему вкусу. Обонятельная и вкусовая гамма естественным образом распространяются и на дыхание, ведь наши Венеры дышат равномерно или учащенно.
помощью специального регулятора осуществляется контроль ритма дыхательного обмена от обычных вздохов до страстных стонов. Сила и скорость сердцебиения соразмеряется автоматически. Что касается аксессуаров, Пластисекс соперничает в роскоши нарядов и украшений с самыми знаменитыми женщинами. Обнаженная, она не имеет себе равных. Достигшая половой зрелости или нет, юный цветок или сочный осенний плод со всеми нюансами, характерными для каждой расы или смешения рас. Для ревнивых любовников мы усовершенствовали многовековую форму пояса верности. У нас это стальной футляр по форме тела, который превращает женщину в неприступный бастион. А что касается девственности, каждая пластисекс снабжена автоматическим устройством, разъять которое не может никто, кроме вас. Эта пластиковая плева является нашим знаком качества. Ее схожесть с оригиналом столь велика, что, будучи порванной, сокращается сама по себе, образуя небольшое утолщение кораллового цвета, так называемые лоскуты девственности. Плевы. Неизменно следуя четкой линии коммерческой этики, которую выработали, мы хотим развеять слухи более или менее типичные, которые распускают о наших Венерах некоторые клиенты, страдающие неврозом. Говорят, мы создали женщину столь совершенную, что некоторые модели, страстно любимые одинокими мужчинами, забеременели, а другие периодически страдают некими женскими расстройствами. Явная ложь! Хотя наш отдел исследований работает во всю мощь и утроил свой бюджет, мы не можем пока похвастаться, что освободили женщину от ее столь тяжкого бремени. К сожалению, нельзя столь же решительно опровергнуть сообщение, опубликованное одной безответственной газетой, о том, что некоторый неопытный юноша умер, задохнувшись в объятиях пластиковой женщины. Не отметая возможность несчастного случая такого рода, мы утверждаем, что сие может произойти только в силу непростительной небрежности. Моральный аспект нашей продукции до сих пор не был достаточно освещен. Наряду с социологами, которые хвалят нас за мощный удар, нанесенный по проституции, в Марселе есть дом, который мы уже не можем назвать плохим словом, так как в нем работает исключительно пластисекс. Есть и те, кто обвиняет нас в поощрении маньяков, страдающих инфантилизмом. Подобные перестраховщики намеренно забывают такие характеристики нашего изобретения, которые обеспечивают своему счастливому обладателю не только физические, но и чисто интеллектуальные и эстетические удовольствия. Как и следовало ожидать, религиозные секты прореагировали на данную проблему по-разному. Самые консервативные церкви упорно поддерживают обет воздержания. В лучшем случае квалифицируют того, кто совокупляется с неодушевленным предметом, как мелкого грешника. Тем не менее, одна отколовшаяся от мормонов секта уже отпраздновала несколько свадеб между прогрессивными представителями мужского пола и очаровательными синтетическими дивами. Хотя мы воздерживаемся от высказывания своего мнения насчет этих пока незаконных союзов, нам очень приятно сообщить, что и по сей день они по большей части счастливы. Только в редких случаях супруг ходатайствовал о мелких изменениях или усовершенствованиях, однако не было и речи о полной замене, эквивалентной разводу. Нередки случаи, когда давно состоящие в браке клиенты просят изготовить верную копию своих жен, обычно с небольшими поправками, желая воспользоваться ею, не изменяя супруге в случае ее продолжительной или кратковременной болезни, долгого или вынужденного отсутствия, например, отъезда или смерти. Как предмет наслаждения, пластисекс должна применяться умеренно и разумно, точно так же, как гласит народная мудрость в отношении нашей традиционной спутницы. Используемая в нормальном режиме, она гарантирует мужчине здоровье и благосостояние независимо от его возраста и комплекции. Что же касается расходов на приобретение и содержание, пластисекс полностью себя окупает. Она потребляет столько же электроэнергии, что и холодильник, может включаться в любую домашнюю розетку и даже оснащенная самыми дорогостоящими приспособлениями, оказывается куда более выгодной, чем обыкновенная заурядная супруга. По вашему желанию, она инертна или активна, болтлива или молчалива, и ее можно хранить в уборной. Не представляя и тени угрозы обществу, Венера Пластисекс является могучим союзником в борьбе за восстановление человеческих ценностей. Она не уничижает, а возвышает женщину, укрепляет ее достоинство, выполняя за нее функцию сексуального наслаждения, говоря научным языком, сексофоры. Из обременительного, дорогостоящего или вредного для здоровья товара наши подруги превратятся в существ, способных развить свои творческие способности до высокой степени совершенства. Пропагандируя использование пластисекс, мы будем способствовать рождению так долго ожидаемого женского гения. И женщины, свободные от своих традиционных эротических обязанностей, навсегда утвердят в своей приходящей красоте царство чистого духа.